Сегодня утро, 24 мая, прошло 4 дня. Хочу просто показать, что мы начинаем адаптироваться хорошо. То есть скоро я уже могу выставить на ультрафиолет. Вот рябинка как хорошо подняла там, может быть, помните на видео, она голову как вниз сильно опустила. Так что ничего страшного, никогда не надо этого бояться, если кто-то получил и первый раз такие бледные побеги. Главное правильно адаптировать. Вот видите, уже и у ели приросты начали хорошо зеленеть. Ну все, сейчас покажу вам видео, что было получено. Смотрите, терпение, видео очень длинное. Я занята пока. Скажи маме, я занята. Ну что сказать, корни вообще в отличном состоянии. Просто в отличном состоянии. Покажу, молодые корешочки наросли, видите, всасывающие в целлофане. Это у нас гортензии, значит, пришли. Конкретно это гортензия Strawberry Blossom. Шикарные, вообще шикарные. Подстрела. Тоже гортензия Little Spooky. Ну, она живая, хорошая. Адаптировать сейчас буду. Сделаем все нормально. Так, это у нас кто-то совершенно безымянный. Но веточка живая, корни все нормально. Лапчатка кустарниковая. Вообще хорошенькая. Это я не знаю, что названия нет. Что-то привитое, похоже. Найдем, попробуем опознать потом. Очередная лапчатка. У нас тут работы ходой идут, поэтому шум дополнительный. Торт прочитали. Можжевельники вообще хорошие. Можжевельник сорт Флориан. Это я своим цыганятам выписывала, он у меня есть. Я его очень сильно люблю. Он очень красивый. Вообще, видите, какие хорошие, шикарные в ваших горшках. Очередная лапчатка. Я вот этот раз брала лапчатки, которые форма подушковидная. Лапчатка нормальная. Хорошая, адаптировать придется, ничего страшного. Понятно, что пока они везде прошли. Азалия сорт.
вытаскивать я не буду, потому что надо аккуратненько очень. Но корневая все нормально, корневые всасывающие корешочки хорошие. Следующее. Рододендрон. Малышочек. Даже не знаю, за кого тут первого краска. Это тоже рододендрон. Ух, какой хорошенький. Видно название сорта. Так. Это у нас азалия. Сесиль. Подвытянулась, но ничего страшного. Все пройдет адаптацию, все нормально будет. Сейчас тенечек уберу. Горшочки посажу. И все нормально будет. Листики живенькие, хорошие. Не знаю, видать листики вообще хорошие. Название сорта. Так. Не знаю, кто это. А, нет, есть название. Сейчас, секундочку. Где у нас ножик? Снимай. Ох, какая красота. Какая-то елочка. Не подписано, надо смотреть список. Шикарная. Ищем название. Кто это у нас? А, нашла. Сейчас покажу. Little Lime у меня есть. Это вот у них новая новиночка. Ну, огромная, шикарная, большая. Ух ты! Вот это да! Это Туя. Это Туя моему цыганенку, моей подруге. Она не подписана. Она у меня есть. Сейчас покажу вам ее. Как же вам ее лучше показать-то? У меня она просто малышка из 9-го горшка растет. Уже года 2, наверное, 3. А это, ну, просто великан пришел. Огромный. Да, по сравнению с моей. Моей еще очень долго до такого размера. Ой, как же сорта название у этой Туи. Ну, зимует, по крайней мере, пока хорошо. Какая-то гортензия. Сейчас ищем, какая именно гортензия. Так, чтобы вам показать. Думаю, хорошо видать. Так, осталась последняя здесь. Ой, какая красота. Ага, тоже гортензия. Все в хорошем состоянии. Вообще все саженцы пришли очень хорошие. Приступаем ко второй коробке. Квадратный. Посмотрим, что там у нас. Как-то вроде бы как бы с авоканом все нормально, с почным скрывали. Немножко все будет хорошо. Вот у нас. О, здесь как раз и список появился. Положение.
замечательно. Смотрим. Ой, вообще тяжелый горшочек. Не знаю, как вам его показать. Так вот. Сейчас посмотрим. Видно вам, не видно. Да, вроде бы замечательно, видать. Ох, какая красота. Просто прелесть. Красотка. Я так подозреваю, это я выписывала своим цыганятам. Ель сизая пиндула. Она у меня уже большая. Да. Она у меня большая. Она нравится всем. Она очень высоко зимостойкая. Я по ней делала обзор. Вообще шикарная ель. Для условий даже Восточной Сибири. Она просто шикарная. Вот ее получается, здесь должно быть, насколько мне память не изменяет, 3 штуки девочкам. Вся шикарная пришла. Вообще. Просто хорошо дошла. Вообще претензий нет. Тебе только адаптировать немножко придется. Ага, 4 штуки, наверное. А, нет. Это у нас должна была прийти сосна. Вот она, красотка. И все, и осталось 3-я ель сизая. И все, коробочка пустая. Вот так вот. Вот какая красота. Вот что у нас было во второй коробочке. В тенечек. 3 ели сизой пиндулы. Это у нас вот получается красавица сосна, она называется Winter Gold. Это Вальбрум и 2 Флориана. А это у нас Туя Филиформис. Большая уже, хорошая. И вот по низу пошло 3 лапчатки. Потом получается гортензия. Вот эти 2 гортензии, та вот 3-я гортензия и 1 гортензия с открытой корневой системой. Там у нас 3 рододендрона и 2 азалии. Это, посмотрела, это говенье сладкое. А рядом с рябиной, желтолистной формой, это яблоня декоративная. Все нашлось, все определилось. Ну, флориана вообще, конечно, шикарная.